Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Швейцарии Ули Маурером. В ходе встречи Ельбасе отметил, что за годы независимости между Казахстаном и Швейцарией сложились хорошие отношения в различных отраслях экономики. Первый президент отметил, что налаженное сотрудничество необходимо поддерживать и дальше. Я принимаю 4-го президента Швейцарии. Многократно был в вашей стране за годы нашей независимости. 10 раз я посетил Давос и примерно 5 раз с визитом встречался. Швейцария – один из крупных торговых партнеров Казахстана. И ваша страна всегда поддерживала за годы нашей независимости. Я знаю, у вас прошли переговоры с нашим президентом, правительством. Швейцария один из важных торговых партнеров Европы. То, что наш президент вам сказал, я полностью поддерживаю. Нам надо продолжать сотрудничество. Много интересных проектов в Казахстане. Швейцарский бизнес должен заинтересоваться.